Меня зовут Баркалова Аня, и я занимаюсь танцем 19 лет. Меня заинтересовала идея работы с текстом, и я выбрала стихотворение Семёна Крайтмана, и над ним работала. Работала не одна, вместе со мной будет выступать Саша Громыко, которая отвечает как раз за текстовую составляющую нашего выступления. Тема моей работы — это взаимоотношения людей и расстояние, разделяющее их. Мне показалась интересная структура текста Семёна Крайтмана и ощущение солнца в его стихе. Я бы хотела, чтобы зритель соучаствовал, чтобы он присутствовал и наслаждался тем, что мы придумали, что мы будем показывать, потому что это своего рода перформанс, и очень многое будет зависеть от случайности.